А теперь я задаю вопрос, а вы даете ответ. У меня в программе сегодня было 10 пальчиков. Итак, бах, я вспоминаю, и вы вспоминаете, шутка. Следующий пальчик загибали мы. Это был музыкальный момент Шуберта. Потом турецкий марш Моцарта. Четвертый пальчик в пещере горного короля Грига. Потом у нас была неаполитанская песенка Чайковского, когда уже убежали Марта и Ганс из сказочной пещеры. Потом Даниэль, встреча с эльфами. Потом Либертанго на барабане, когда стучал Ганс, а пела Марта. После этого у нас была композиция «Игрушка». После «Игрушки» у нас была композиция, кто помнит, девятый пальчик. Вспомнишь это или нет? Какая была композиция предпоследняя? Полька дедушка встречал, помните, из леса Марту? И десятая композиция «Тихо-тихо», веселая мелодия, когда все поехали на море. И в самом конце, прежде всего, чем с вами попрощаться на целый год, я хочу вам сделать подарок музыкальный. Это подарок особенный. Я специально для вас. А сейчас вот не все могут узнать, какой подарок. Половина не узнает. Вы любите получать подарки? Точно? Нет, половина не любит. Вот давайте громко скажем. Вы любите, да или нет? Я вам подарю подарок. Это подарок, который я сочинил специально для вас. И заранее я хотел сделать такое сочинение, чтобы вам очень понравилась песенка, и чтобы вы ее могли потом спеть дома, и легко, чтобы она запомнилась, и слова, и музыка. И я такую песенку о лете, сегодня первый день лета, специально придумал. Помните, я говорил, а первый куплет будет о мухах, второй куплет о муравье, третий куплет о комарах, а припев после каждого куплета будет о лете и о мягкой травке. Итак, прежде чем я вам спою, первый раз в жизни никогда не пел песенку, которую я вам в подарок приготовил, и вы будете припев петь вместе со мной, а сейчас мы выучим эти 4 строчки, я хочу узнать, как зовут каждого из вас. Итак, меня зовут Игорь Завадский. А вы, я сейчас по смаху моей руки, каждый назовет свое имя, и я запомню. Итак, внимание, приготовились. Каждый свое имя знает? Подождите, ничего не говорите. Каждый знает свое имя или еще не каждый? Так, смотрите, когда я... Нет, еще не говорите. Нет. Когда я взмахну рукой одновременно, каждый очень громко один раз скажет свое имя, я запомню. Я поднимаю руку, когда я опущу, каждый скажет свое имя. Например, Антон, Лена, Света, вот так вот. Очень четко скажет свое имя. Итак. Еще раз, последняя попытка. Я же не запомню, как раз зову. Все должны одновременно назвать свое имя. Раз, два, три. Теперь я запомнил каждого из вас. Артём, я всех запомнил. Всех? Я вообще не помню. У меня же есть волшебная палочка. Я могу запоминать все сразу. Итак, внимание. А теперь мой подарок музыкальный, который вы сможете подарить всем своим знакомым, которые сейчас на этом концерте не присутствуют. Я для вас спою эту песенку, а вы пока слушаете припев, в котором такие слова, и потихоньку запоминаете. А слова какие? Вот и лето, вот и лето, ах, какая благодать! Можно спать на мягкой травке и на солнце загорать. Вот и все. А ну давайте попробуем. Вот и лето, ах, какая благодать. 3-4. Вот и лето, вот и лето, ах, какая благодать! Можно спать на мягкой травке и на солнце загорать. Так, давайте еще раз сначала до конца. 3-4. Вот и лето, вот и лето, ах, какая благодать. Можно спать на мягкой травке и на солнце загорать. А теперь я попрошу, чтобы мне поддержали микрофон, а я буду петь. Чтобы вам было легче все это услышать.
когда я буду еще играть. Припев, вот эти слова, которые мы учили, звучит так. Вот, сейчас, секундочку. Понятно. Вот и лето, вот и лето, а какая благодать. Можно спать на мягкой травке и на солнце загорать. А ну давайте вместе попробуем. Вот и лето. Я сам пою. Вот и лето, ах, какая благодать. Можно спать на мягкой травке и на солнце загорать. Будьте здоровы. Итак, поем все вместе еще раз, а потом я пою после вашего припева. Первый куплет вы молчите и слушайте про муху. Про муху. Потом, после этого будет опять припев, который вы вместе со мной поете. Потом будет куплет про муравья, который босиком по траве будет гулять. Потом вы опять припев со мной поете. И третий раз я пою про комаров, и после этого припев опять тот же самый вместе со мной. Итак, запомнили? Сейчас мы поем припев. Вот и лето, внимание! И начали! Вот и лето, вот и лето, ах, какая благодать! Можно спать на мягкой траке, чтобы на солнце загорать. А теперь я пою, а вы молчите пока. Помните, первый куплет, я вам говорил, будет про мух, да? Потирают мухи лапки, вот и лето благодать. Можно спать на мягкой травке и на солнце загорать вместе. Вот и лето, вот и лето, а какая благодать. Можно спать на мягкой травке и на солнце загорать. А теперь я пою про муравья. Босиком теперь гуляет загорелый муравей. Он от солнца надвигает свой картузик да правей. Картузик – это кепочка. И поем припев вместе. И вот и лето, вот и лето, а какая благодать. Можно спать на мягкой траве и на солнце загорать. А теперь про комаров, третий куплет. И до самого рассвета, до предутренней пары. Здравствуй, здравствуй, лето, распевают комары. И поем вместе. Вот и лето, а какая благодать. Можно спать на мягкой травке и на солнце загорать. А теперь на бис. В самом заключении нашей сегодняшней встречи концерт, от начала до конца я уже не буду подсказывать, когда вы поете, когда я вместе с вами. Значит, я пою с самого начала первый куплет, потом вместе с вами припев, второй куплет, потом вместе с вами припев, третий куплет и вместе с вами припев. И после этого все идем играть в разные игры. Итак, песенка про лето, наш подарок всем, кто... Кому вы его споете потом, а пока что это мой подарок вам. Итак, внимание, я пою, а вы слушайте первый куплет про мух. Потирают мухи лапки, вот и лето благодать. Можно спать на мягкой травке и на солнце загорать. Вот и лето! Он теперь гуляет, загорелый муравей. Он от солнца надвигает свой картузик до бровей. Вот и лето, вот и лето, а какая благодать. Можно спать на мягкой траве и на солнце загорать. И до самого рассвета, до предутренней пары. Здравствуй, лето, распевают комары. Вместе, вот и лето, вот и лето, а какая благодать. Можно спать на мягкой траве и за солнце загорать. Браво! Все себе хлопают песню. Браво!
все. Закончилась наша встреча. Кто захочет, может пойти поспать, кто поиграться, ну а кто в туалет. Итак, до следующего концерта, который будет ровно через год. Надеюсь, опять я с вами встречусь и новую песенку с вами выучу. А вы не забывайте эту. Вот и лето, которое называется. Спасибо вам за встречу, до новых встреч. Теперь уже в следующем году. Пока, до свидания.